Военное ведомство организовало конференцию, посвященную информационному взаимодействию при решении задач в области обороны. Возглавил встречу Сергей Шойгу. В режиме видеоконференц-связи в событии принял участие и глава нашего региона. В конференции приняли участие более 600 специалистов Министерства обороны, научно-исследовательских организаций, федеральных органов исполнительной власти, организаций и высших учебных заведений, предприятий промышленности и бизнеса, из которых более 150 представителей субъектов Российской Федерации, в том числе и глава Мурманской области Андрей Чибис. Во время конференции ее участники обсудили широкий спектр вопросов от истории становления до современных реалий межведомственных отношений при решении задач в области обороны.